Си Томас Хауэлл. В фильме «Ликвидатор». Значит, ты купил жене новую машину? Да, именно так. Это ты напрасно, Шон. Напрасно. Она прочитала тебя как по нотам. Сказала, что не будет тебе давать, пока не купишь ей машину. Слушай, на заднем сиденье сидит твой сын. Он не против, правда, Марк? Я в женщинах кое-что понимаю. Вот даже как. Нынешней молодежи палец в рот не клади. Как он может разбираться в женщинах, когда у него еще не все выросло? Зря ты при нем ведешь такие разговоры. Оружие, бандиты и прочая нечисть. Значит, ты купил жене новую машину? Да. Торино. И на сколько ты похудел? На 4500. А знаешь, как она объяснила, почему ей позарез нужна новая машина? У нашей соседки Пэтти появился новый Остин Мартин. Остин Мартин? Как ей это удалось? Кто у нее муж? Доктор? Адвокат? Того же поля ягода. Остин Мартин. Отец, что такое Остин Мартин? Иномарка из тех, которые позволяют себе только богатые. И торговцы наркотиками. Видишь? Ты сам отравляешь его неокрепший ум. А ты что предлагаешь, чтобы я его держал в теплице и не выпускал на улицу? На некоторых улицах ему явно делать нечего. У тебя парень тепличный, вот его и шпыняют в школе. Мне он сам об этом говорил. Моего сына шпынять никто не будет. Это уж дудки. Значит, пусть растет крутым и циничным. Необразованным и толковым, а крутым и полный порядок. Что в этом плохого? Ты хочешь вырастить из него полицейского? Да. Ты хочешь вырасти и стать полицейским, как отец? Офигли. Марк, не выражайся. Извини. Он хочет стать полицейским, как его отец. Хотите совет? Подумайте лучше о стоматологическом колледже. Стоматологическом? А зубы-то здесь при чем? При том, что у стоматолога деньги на Остин Мартин есть. И в тебя не стреляют. Стоматолог – профессия во всех отношениях безопасная. Безопасная? Я тебе открою глаза, приятель. Безопасных профессий в этом мире нет. И чем быстрее ты оторвешь своего парня от телевизора и покажешь ему реальную жизнь, тем лучше для него. Потому что дольше всех проживет тот, кто твердо убежден. В этом мире опасность караулит тебя за каждым углом. Понял? Но почему ты хочешь сделать сына полицейского? Потому что он будет хорошим полицейским. И это все? Полицейские-то на свете как грязи. А вот хороших полицейских не так много. Так вот, Марк будет хорошим полицейским. Зря ты так рано раскрываешь ему все мерзости жизни. Давайте включим мигалку и кого-нибудь приструним. Дейл, притормози вон там. Да чего ты разнервничался? За тобой должок и все тут. На горизонте Джексон. Джексон. Какого черта ты здесь торчишь? С такими надо поосторожней, да? Просто прохлаждаюсь. Тебе нельзя здесь прохлаждаться. Оставайся в машине, дружище. Я сам знаю, где мне быть. У меня здесь дела. Никаких дел у тебя здесь быть не должно. Ты не имеешь права здесь находиться. Интересно, почему? Потому что кончается на улице. Ты арестован. Что у нас здесь такое? Так, так, так. Смотрите, кто пришел. От твоей жизни уже ничего не осталось. Она валяется на обочине, свинья. Да, это я говорю тебе. Полицейский Дейл, свинья. Что, молчальник? Из-за тебя дело не выгорело, теперь тебе ОЭКС хорошо шею намылит. Почему ты позволяешь ему трепать языком, Дейл? На твоем месте я бы позаботился о своей безопасности. Что такое он несет? Он прекрасно знает, что я несу. Ладно, пошли. Как же разбежался? Thank you.
Тереза, сделай потише. Слышишь, пожалуйста, потише. Отлично, сынок. Иди вымой руки и приходи обедать. Да, конечно. Не знаю, насколько это серьезно. Мне нужно прикрытие. Да, прикроешь меня, ладно? Отлично. Хорошо. Договорились. Это насчет чего? Что? О чем ты говорил по телефону? Да так, дела. У тебя есть дела, которых мне не нужно знать? Обед готов. Дети уже садятся. Не могу найти. Что ты ищешь? Опять эту записную книжку? Я слышала, как ты просил, чтобы тебя прикрыли. Дейл, почему ты от меня что-то скрываешь? Погоди, не дергай меня. Мне нужно кое-что уладить. Господи, нашего сына сегодня чуть не убили. Знаю, я был рядом. Забыла? Ты приходишь домой, садишься на телефон, ничего не говоришь. Что ты скрываешь, будто преступник. Они тебе платят? Что? Платят? Нет, милая. Я за свою жизнь ни у кого не взял ни цента. Просто есть одно дело, и я должен его решить. За нами кто-то охотится? Никто. Тебе ведь приходилось убивать людей. Я убивал преступников. Вот он! Дэйл! Боже! Тук-тук, молчальник. Не ждал. Тебя предупреждали, держи язык за зубами. Разве не ясно выразился? Заткнись, сучка. Где дети? Где дети? Как тебя зовут? Я Кристофер. Я только что убил всю твою семью. Будешь дергаться, убью и тебя. Мой пистолет? Тебе нравится мой пистолет? Хочешь его взять? Вижу, ты парень крепкий. Для твоего возраста. Смерти не боишься? Может, хочешь убить меня? Выстрелить в меня? Давай, давай. Бери пистолет. Бери и не стесняйся. Рискни. Бери пистолет. Бери. Ну, бери же. Бери, говорю. Приставь к моей голове. Вот так. Теперь потяни за крючок. Убей меня. Ну, только и дел, потянуть за крючок. Я на том свете. Давай, тяни. Тяни, черт тебя дери! Я дал тебе шанс. Ты просто слабак. Не мужик, а размазня. Как твой отец. Размазня. Марк? Ты не спишь? Ты слышишь меня? Открой глаза. Я твоя бабушка. А Мелиссу ты помнишь? Помнишь Мелиссу? Не помнишь? Когда ты приезжал в прошлый раз, ты здорово в нее втрескался.
Когда она услышала, что ты в больнице, она умоляла меня взять ее к тебе. По-моему, ты ей тоже очень нравишься. Прошло 15 лет. Рыбный рынок тонет. Да. За 5 лет мне Эллиот все уши прожужжал сюда и никуда больше. Он считает, что это хорошее вложение средств. Так что будем покупать. Ждем, когда будут улажены формальности сосуды. Будете покупать. Потрясающе. И очень романтично, да? Повар и официантка сообща покупают заведенице. Вот и сбылась американская мечта. А что будет с моим сыном? Будет здесь мальчиком на побегушках? Тедди останется нашим сыном. А Эллиот не повар, он управляющий. Да, теперь мы живем вместе. Насколько я понимаю, это не преступление? Это я всему виной. Давай не будем. Ну чего ты хочешь от меня? Чтобы я помог оформить твой займ? Отдал в стирку грязной простыни? Ладно бы кто другой, я бы стерпел, но когда семью у тебя отбирает повар, извини, управляющий. Нас у тебя не отобрали. Ты сам нас отдал. Я вас отдал? Что значит отдал? Я вкалывал как проклятый, чтобы вас кормить. Я знаю, ты честный и работящий человек, но ты не единственный полицейский в мире, который много работает. И есть вещи, которые не может изменить даже полицейский. Твои родители погибли, и ты должен с этим смириться. Их нет, понимаешь? Их нет. Это что-то новое. Спасибо. Может, скажешь что-нибудь такое, что действительно будет для меня откровением. Ты был ребенок, Марк. Тебе не в чем себя винить. Господи, я так люблю тебя. Давай снова будем вместе. Я не хочу видеть, как ты угасаешь. Видеть тебя полицейским я больше не могу. Что ты предлагаешь? Чтобы я стал поваром? Не могу видеть, как ты тонешь. Я люблю тебя, Марк. Люблю с 10 лет. Но я смотрю на тебя и вижу. Быть с тобой рядом больше не могу. Есть Эллиот. Он добр к нашему сыну. Поэтому я счастлива. Я счастлива здесь. Хорошо. Если ты счастлива, я тоже счастлив. Когда я смогу увидеться с сыном? Ты можешь с ним увидеться когда угодно?
Может быть, сейчас прямо. Ладно, желаю тебе удачи. Желаю вам обоим удачи. Я люблю тебя. Контрольная? Хорошо. Все нормально? Да. Но ты разбираешься в математике лучше, чем я в твоем возрасте. Привет, дружище. Папа. Чем занят тигр? Как поживаешь? Отлично. Эллиот, Марк, очень приятно. Который сейчас час? 3. Наверное, пару часов нам хватит. Да. Мы вернемся 5 часов, хорошо? Да. Спасибо. Ну так что там у тебя? Пока. Как математика? Хорошо. Мистер Хэмбер тебя не мучает? Ну что ты? Ладно, а то я с ним разберусь. Давайте, давайте. Прижмите, пусть будет чуть потуже, вот так. Хорошо? Хорошо. Марк? Сотрудник Годдер. Марк, сотрудник Эндрюс. Я знаю, кто она. Как дела? Нормально. Вы знаете, за что беретесь? Да. Хорошо, мы имеем дело с маньяком и убийцей. Примерно раз в месяц новая жертва. Обычно выходные дни. Как правило, нападает на одиноких женщин. Никаких свидетелей. Жертва получает 5 или 6 ударов ножом в спину, потом ее грабят. Она в курсе? И вы идете на это? Да, иду. По этой сволочи давно плачет тюрьма. Джим Грин, проверка. Ладно, действуйте, как договорились. Никакой инициативы, ясно? Помните, моих людей вокруг пруд-пруди, так что если он объявится, сразу в сторону. Им займутся без вас. Хорошо? Да. Тут у вас все в порядке? Да, все хорошо. Ладно. Я вам кое-что покажу. Он может вытащить нож, так? И броситься на вас. Тигр, полегче. Ты же не в спортзале. В глубине души он считает себя Брюсом Ли. Перестаньте. Я хочу показать человеку, как защитить лицо. Сейчас он вам покажет. Вот так. Да вы не беспокойтесь. Помните, если что, я буду поблизости. Вы посмотрите на мою мускулатуру. Посмотрите. Чистопородный жеребец. На тебя посмотреть можно подумать, что ты ешь как жеребенок. Марк, ты унижаешь мое достоинство. Вы немножко нервничаете. Ничего страшного, прошу вас, не дрожите. У нас все просчитано. Не буду. Я буду следовать за вами по пятам, так что не волнуйтесь. Только не наступайте мне на пятки. Ладно, это я неудачно выразился. Ничего. Ну ладно. Главное, не нервничайте. Когда человек нервничает, он совершает ошибки. С этой штукой вы будете слышать все, что происходит вокруг. Мы будем слышать вас. Хорошо, как я выгляжу? Обворожительно. Отлично, тогда за дело. За дело. Я пошла, пока. Все нормально. Я не очень доволен. Если бы мы знали расписание этого типа, все было бы проще. Но мы его не знаем. Стало быть, возможно, осложнение. Ну, как там дела? Сами не видите? Что, будем завязывать? Ни в коем случае. Дамочка у нас не робкого десятка. Очень даже не робкого. На горизонте подозрительная личность в синей куртке. Внимание! Внимание! Успокойся, Марк, не мути воду. Это один из наших. Извините, вовсе не хотел вас пугать.
Будьте внимательны. Это он. Не оборачивайтесь. Давайте сюда сумочку, иначе будет худо. Нет. Марк, на помощь! За ним! Сейчас. Потерпите. Сейчас. Но не уйдешь, сволочь. Бежался, сука. Нет, сюда нельзя. Вот так. Вот так. Или боишься высоты? Я тебя все равно не отпущу.
Да, это Марк Гадер. После сигнала вы знаете, что делать. Если не знаете, обратитесь к врачу. Годдард, это капитан Белвуд. Это был уже 9-й труп. 9-й покойник на твоей совести. Ты их просто всех казнишь, как этого последнего. У тебя личные проблемы? Мне на них плевать. У каждого из нас есть свои проблемы. Мне это надоело, ты слышишь меня? Понятно тебе? Тобой займется внутренняя инспекция. Чем могу помочь? Мы из полиции. А, полиция? Здорово. Меня зовут Годдард. Это моя напарница, Эндрюс. В чем дело? Посмотрите сюда. Боже мой. Вот и я так считаю. Я показал это управляющему, а он говорит, надо вызвать полицию. Я и вызвал. Этот тип сдал пленку? Да. Они вернутся минут через 15. Они сдали пленку 45 минут назад, а у нас тут, видите, что написано. Срок исполнения — час. Спасибо. Простите. У меня неприятностей не будет? Нет, вы поступили совершенно правильно. Что-нибудь видела? Нет. Идем посмотрим здесь. На секунду. Простите, мы из полиции хотим с вами поговорить. Отойдем в сторонку. Можно с тобой поговорить, милая? Это иди ты? Сюда. Да, это фотография моей семьи. Откуда она у вас? Оттуда. Это твоя мама? Да. А это твой папа? Да. А у тебя все хорошо? Все нормально? Я работаю в полиции, мне нужно поговорить с твоей мамой. Ты понимаешь меня? Постоишь здесь минутку, хорошо? В чем дело? Почему он грубит моему мужу? Это ваш муж? Да. Это ваша дочь? Да, это ее отчим. Где родной отец? В Швеции. Здесь свободная страна. Что хочу, то и фотографирую. Так что пошел в задницу. Ты рвань вонючая, девочке всего 6 лет, а ты как ее фотографируешь? Она моя падчерица, ей всего 6 лет, а ты себе такое позволяешь? Я перестань, успокойся, прошу тебя! Ты пойдешь со мной, сейчас разбежался! Идиот! Мы могли спокойно взять его с поличным. А теперь что? Жестокость полиции и все такое. Остается надеяться, что ни у кого в толпе не было видеокамеры. Ты мою шапку не видела? Сигареты доведут тебя до могилы, дружок. Если повезет. Я наблюдаю за тобой. Ты, наверное, полицейский. Я похож на полицейского? Нет. Просто сюда часто приходят полицейские. У тебя какие-нибудь наркотики есть? Ты спрашиваешь полицейского, есть ли у него наркотики? Обычно у них бывает. У тебя есть, да? Я вполне могу тебя арестовать. Если хочешь, можешь надеть мне наручники. Пошли отсюда. Чек, пожалуйста. И сегодня утром я сказала сыну, куда же столько хлопьев? Да и стоят они по 6 долларов за коробку. И что ты с этими хлопьями делаешь? Ставишь перед собой тарелку, заливаешь хлопья молоком и пялишься в телевизор. Если уж ты без них жить не можешь, надо их покупать на распродаже. А так и в трубу недолго вылететь. Когда я была маленькой, было всего две разновидности этих хлопьев. Пшеничный и какао. Ты любишь с какао? Нормально. Да ну дерьмо. Вот медовые хлопья. Совсем другое дело. Медовые? Да, хлопья королей. Помнишь? А историю с секретным убежищем, ты помнишь?
Помню. Как же? В детстве у каждого из нас было такое секретное убежище. И у меня в том числе. Во что я там играла, не скажу, сам можешь догадаться. Главное, что такое место у детей всегда было, есть и будет, так? Это точно. Так или иначе, эти типы начинают рекламную кампанию, все до одного белые умники вроде тебя. И вот они придумали для рекламы это убежище. И эти хлопья влезли в детские умнишки вместе с этими убежищами и пошли просто на расхват. Эти рекламщики приглашали в студию детишек по 5-6 человек разного цвета, возраста, помещали их в телевизионное убежище и называли его убежищем медовых хлопьев. И вот эти детишки сидят в этом убежище и уплетают эти медовые хлопья, будто большего кайфа в жизни не ловили. И все прочие дети, которые сидели и смотрели на это в телевизоре, уж так хотели попасть в это убежище. А как к нему приблизить? Ясное дело, купить эти хлопья. А еще там была песенка. Хорошая песенка. Если ты ее вспомнишь, я устрою тебе шикарную ночь любви. Что ты сказала? Если вспомнишь эту песенку и споешь ее мне, я тебе устрою роскошную ночь любви. Если я спою тебе песенку «Медовых хлопьев»? Серьезно? Чтобы ты знала, я ее помню. Так что давай-ка сюда, на диван, кошечка. Сейчас я тебе эту песенку промурлычу. Браво, браво. Полегче, полегче, полегче. Это еще кто такой? Откуда он взялся? Дайан. Спасибо. Иди. Извини, Марк, было очень здорово. Меня зовут Дональд Майлз. Если позволишь мне достать свой бумажник, увидишь, что у меня есть точно такой же жетон, как у тебя. Полицейский. Дверь была открыта. Может, выслушаешь меня? Ты не похож на полицейского. Это для меня дело прошлое. Какого черта тебе надо? Хочу тебя кое-кому представить. С твоим руководством я уже говорил. С капитаном Делвудом. Я знаю, что ты не дурак поразвлечься. Здесь куча денег. Завтра за тобой заедут на лимузине ровно в 8 вечера. Если дома тебя не окажется, деньги можешь оставить себе. Это подарок. За отличную службу. Но если ты согласишься поехать с нами, денег будет во много раз больше. Ты должен понять вот что. Если едешь с нами и покупаешь билет в нашу организацию, на билет в одну сторону. Обратного хода нет. Надеюсь, увидимся. Лучше будь в костюме. Хочешь быть полицейским, как папа? Ну давай, тяни за крючок. Давай. О, Господи. Извините, куда мы едем? В Малибу. В Малибу. Что же вы не сказали? Я бы взял доску для серфинга. Если хотите, мы можем вернуться. Я пошутил.
Марк Годдард, идемте, я вас провожу. Марк, рад видеть. Это моя помощница, Рэйчел Гилл. Очень приятно, Марк. Марк работает в Лос-Анджелесской полиции. Как интересно. Извините, ребята, я отойду. Что здесь происходит? Здесь всего лишь вечеринка. Местная публика обожает повеселиться. Понятно. Так все-таки зачем здесь я? Сейчас объясню. Ты когда-нибудь слышал о KP? Никогда. Это что-то вроде клуба. Меня привезли сюда, чтобы рассказать о клубе. Это непростой клуб. И все его члены — люди весьма непростые. Ты поймал охотника за кошельками. И попал в категорию избранных. Избранных? Избранных куда? Заинтересовался. Сейчас я кое с кем тебя познакомлю. Это все старые друзья. Мистер Уэкс, мистер Фостер, они председатели клуба KP. Теперь объясняю. KP — это братство. Братство бывших полицейских со всей страны, которые за свою карьеру убили минимум 9 человек. Клуб KP существует только с одной целью — бороться с преступностью. И делать это вне рамок закона. Мы выметаем с наших улиц мразь. Убийц, насильников и так далее. И тому подобное. Охота за вознаграждение? Вознаграждения нет. Мы получаем тайное финансирование от федерального правительства. И каждый член братства получает зарплату. Однако работаем мы не ради денег. И если вы не в восторге от самой идеи, вы можете не вступать в наш клуб. KP существует больше 50 лет. Это как тайное общество. У нас есть филиалы по всей стране, в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Детройте, Филадельфии. И каждому полицейскому, который выполняет служебные обязанности, убивая 9 человек, мы предлагаем вступить в наш клуб. Сейчас мы предлагаем это вам. Кто-то решил меня здорово разыграть? Ни в коем случае. Ну, хватит, давайте серьезно. Ты считаешь, что мы тебя разыгрываем? Мы вас оставим, господа. Извините. Я кое-что тебе покажу. Вот здесь. Смотри, Уилли. Пожалуйста, сэр. Помнишь мистера Сифорка? Любителя побаловаться с детишками. В твоем лице он обвиняет полицию в жестокости. Его выпустили за отсутствием доказательств. Но теперь его час пробил. Возьмешь на себя эту честь? Видишь, Марк, тут не до розыгрышей. Я знаю, что тебе это по силам. Просто сейчас ты охвачен противоречивыми чувствами. Подумай о нашем предложении. Я оставлю тебе номер моего телефона. Там работает автоответчик. Марк. Вас сегодня здесь не было. Наша тайна должна оставаться тайной. Ему все равно никто не поверит. Кстати, как расшифровывается KP? Корпорация правосудия. Марк, я вижу, мы не очень тебя убедили. Боюсь, что это, в общем-то, не для меня. Но все равно спасибо. Спасибо. Я знаю, ты бы хотел найти тех, кто расстрелял твою семью. У меня основательные связи. Я могу быть тебе полезным. Подумай об этом. Подумаю.
Мы приехали, сэр. Вот, держи, на стрижку. С возвращением, Марк. Только один? Стой! Теперь я знаю, как ты произвел 9 трупов. Просто не люблю, когда за мной подглядывают. Не любишь лимузины, не любишь шикарные гостиницы, зато любишь пистолеты. Ты мало что любишь. И меня мало кто любит. Надеюсь, ты любишь спортивные машины. Уэкс поставил в гараж целых 3 штуки. Тебе нужны убийцы? Вот они. Слышал про компанию Concrete Line? Нет. Они не очень известны, но скоро прославятся, если их не остановить. Это маленькая, но смертоносная организация. Вот их работа за последние 12 месяцев. Есть некто Джеремайя Поуп. В компании Concrete Line он 3-й. Очень опасен, так что будь осторожен. Найдешь его на углу 3-й улицы и Гранд Авеню. Майлз пытается вывести нас из игры. Без него нам придется не сладко. У него разгулялся аппетит. Дешевле будет его убрать. Мы не можем рисковать организацией. Найдем себе прикрытие получше. У нас здесь через неделю появится 10 новых ребят. Вот и уберем его. Но операции пока придется притормозить. Наоборот. Нам нужно расширяться. Моя лаборатория работает 24 часа в сутки, чтобы успеть к пятнице. Тогда в понедельник школьники уже будут покупать крэк. А в наши карманы, соответственно, потекут денежки. И фирма будет процветать. Хорошо. Мои друзья с Кубы посылают мне большую партию современного оружия. Даг, ты полетишь в Мексику, чтобы присмотреть за его доставкой. Почему он летит, а не я? Потому что, Марш, энергии твоего серого вещества хватает как раз на то, чтобы завести маленький будильник. Из вас двоих в конкурсе на знание орфографии победит он. Да, орфографию я знаю лучше. Джонни встретит тебя и отвезет к Рамиресу. Только ничего не нюхай и не кури. А то не будет никакой прибыли. У меня просто насморк, только и всего. Иди отсюда. Подожди здесь. Без проблем. Вот именно, без проблем. Обыскали его? Я сам обыскал, на нем ничего нет. А деньги принес? Деньги, да. Хорошо. Значит, ты один из ребят Ника Дикани? Именно так, папочка.
Этот Ник большая зануда, по моему мнению. Твое мнение никто не спрашивает. Не слишком ли круто? Полегче. Каждый имеет право на свою точку зрения. Ник иногда устраивает нам тяжелую жизнь. Но торговать наркотиками работенка не из легких. Ну, неважно. Я притащил бабки, хочу забрать товар. Возражения есть? Нет. Только сначала я хочу попробовать. Попробовать можно? Давай. Спасибо. Ты что, осторожнее? Наставили тут. Если об этом узнает Ричмонд, он меня убьет. А ваша фирма случаем с полицией никак не связана? С полицией? Да мы ненавидим эту вонючую полицию. Я убиваю полицейских смеха ради. Покажи деньги. Полиция. А за это извините. Нет, правда, я прошу прощения, я же не нарочно, сами понимаете. Зачем же так наезжать? Даже разволновался. Ты что, спятил? Здесь нельзя курить. Да что ты с всего делаешь проблему? В чем дело? Уберите его отсюда, уберите. Ник тебе за это врежет, понял? Черт возьми!
сволочь. О, боже мой. Нет. Хорошо. Ладно. Марк. Молодчина. Нельзя сказать, что все прошло без сучка и без задоринки, но дело сделано. Так что порядок. Марк, ты помнишь Рэйчел? Вечеринка? Ничего, что мы здесь решили похозяйничать. Готовим бифштексы. Как вам поджарить мясо? С кровью? Умеренно? Или как следует? Марк. Лучше сразу привыкай, что тебя ждут сюрпризы. Давайте поедим. Теперь следующий. Это Дональд Граб. Он наемный убийца из Concrete Line. Безжалостный убийца. Завтра он улетает в Ларобо, в Мексику. Concrete Line покупает там оружие. Отличная обстановка для нанесения ударов. Откуда мы так много про них знаем? Ты же знаешь, сколько времени существует наше братство. А когда ловишь и отстреливаешь преступников, кто-нибудь из них обязательно либо раскалывается, либо переходит на нашу сторону. Стукачи? Они самые. Рэйчел будет тебя сопровождать. Нет, мне никакого сопровождения не надо. Буду выполнять функции связной. Я прекрасно говорю по-испански. Причем тут испанский? Только не хватало втягивать в такую историю женщину. Почему? Рэйчел себя прекрасно зарекомендовала в деле. Она в КП состоит уже 4 года. Что я могу сказать? Мне моя работа нравится. Что это? Это же огромные деньги. Не хватит для того, чтобы начать свой бизнес. Купить дом для себя и моего ребенка. Я не могу их взять. Забери. Откуда у тебя столько? Долго рассказывать, не волнуйся. Возьми. Эллиот спросит, откуда деньги. Он их не возьмет. Не возьмет. Скажи, что я тебя должен. Марк, он их не возьмет. Ты что, выходишь замуж за святого? Я даю деньги не ему, а тебе. Делай с ними что хочешь. Можешь выбросить. Ты уезжаешь? Я тебя никогда таким не видела. Что с тобой происходит, Марк? Марк, нельзя же вот так заявиться с кучей денег, отдать их мне, а потом повернуться и уйти. Позаботься о моем ребенке. У меня такое странное чувство, будто я вижу тебя в последний раз. Не покидай меня. Ладно? Не делай этого. Ведь все это уже было, Господи. Да ведь каждый раз я возвращаюсь. Когда ты есть, я хочу, чтобы тебя не было. Когда ты уходишь, оказывается, что я не могу без тебя. Это глупо, да? Нет, не глупо. Ведь и со мной происходит. Такова жизнь. Ну хорошо, тренер, как играть будем? Приезжаем в Ларобо, снимаем номер в гостинице и ждем их там. Пока не сложно. Когда сигнал к атаке? Сегодня, дорогой, ближе к концу дня. Когда они обменяют товар на деньги. Но наши инструкции убить Грапа и все. Планы изменились. Разбуди меня, когда приедем. Жара просто адская. Про такое чудо техники, как кондиционер, они, скорее всего, не слышали.
Господи, как мне не хватает Лос-Анджелеса. Я скучаю по нему, а ты? Мне здесь нормально. Ну ты даешь. Откуда у тебя этот шрам? Угадай. Похоже на пистолет 38-го калибра с расстояния в 3 шага. Правильно. Как насчет заняться любовью? У нас есть несколько свободных часов. Надо понимать, ответ отрицательный. Извини, Марк, но ты производишь впечатление несчастного человека. Почему так? Не хочешь говорить? Проглотил язык? Ты говоришь так, как моя бывшая жена. Я женщина с интуицией. Давай, черт тебя дери, открывай ворота. Где он? Отведи его. Ну и жарище. Что такое? Нам пора. Граб только что приехал. Больше так никогда не делай. Ну, где он? Сюда, пожалуйста, сеньор Родригес вас ждет. Интересно, вы тут в зор играете? Вы такой остроумный, сеньор граб. Привет, парень из Франциско. Привет, друг мой. Как долетел? Нормально. Выпить что-нибудь найдется? Быстрее, быстрее. Совсем не обязательно было сюда приезжать. Мы сами можем доставить оружие в Лос-Анджелес еще раньше, чем туда приедете вы. И оно сразу пойдет в дело. Уверяю вас. Извините, будьте добры, не подскажете, как проехать? Говорите по-английски. Извините. Это еще что? Не волнуйся, в любом случае разберемся. Быстрее!
Вертолет готов, сэр. Здесь все? Да, все, что должно быть. Это явно какой-то заговор против меня. Конкрет Лайн придется распустить. А как же я? С тобой мы встретимся позже. Ты должен уничтожить все документы, которые говорят о существовании Конкрет Лайн. Не позднее, чем завтра я вернусь. Хорошо, сэр? Что происходит? Мне не нравится менять свои планы. Меня гольф, потом встреча. Ты хочешь что-то обсудить? Знаешь, что меня беспокоит? У тебя есть для меня какая-то важная информация, но вместо того, чтобы ею со мной поделиться, ты вынуждаешь меня убивать каких-то идиотов. Ты видел, как происходило убийство? Какое? Твоей семьи. Ты был тогда маленьким мальчиком. Ты видел, как убийцы стреляли? Какая разница? Тебя ведь спрашивали. Но ты 5 лет хранил полное молчание. Кто тебе это сказал? Мне все известно. Ты был молчальником. Что это значит? Что значит молчальник? Наверное, этот вопрос долго тебя преследовал. Я скажу тебе, когда увижу, что ты готов. Пока ты работаешь прекрасно. Осталось выудить еще одну рыбку. И тогда я скажу тебе все, что ты хочешь знать. До скорого. Это Рэчел. Он сказал, что как только получит интересующие его сведения, он выйдет из игры. Значит, он не получит их никогда. Но он на это не согласится. Мне плевать, согласится он или нет. Ты за ним присматривай. Будет задавать слишком много вопросов. Убери его. Слушаю, сэр. Это последний документ. Все остальные уничтожены, как вы и велели. Молодец, Марш. Спасибо. Давай выпьем за нашу компанию. Хорошо. Открыть? Безусловно. Марш, меня всегда восхищала твоя верность. Спасибо, сэр. Я очень рад. Что случилось? Все в порядке? Да, все нормально. Вернулся с вечеринки, где подавали жареное мясо. Ричмонд мертв? Мертвей не бывает. Хорошо. Ты молодец. Есть еще одно задание. Скажу честно, эта песня мне надоела. Нет, это очень, очень важная работа. Она будет последней. Выполнишь ее и получишь то, что хочешь. Обещаю. Обещаю. Договорились. Устал? Есть немного. Завтра я обещал свозить сына в Диснейленд. Ты не похож на обычного члена КПИ, Марк. Надеюсь, это комплимент. Просто я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже. Знаешь, чего бы я хотела больше всего на свете? Сесть с тобой в машину и поехать, ехать, ехать.
и не оглядываться. Никогда. Лично я завтра еду в Диснейленд. Как отнесется к этому твой сын? К чему? К тому, что его отца убьют. Рано или поздно удача от тебя отвернется. Почему ты не ушла из организации? Потому что у меня никого нет. Какая у нас следующая мишень? Сейчас возьму бумаги и все тебе расскажу. Ладно, ничего не говори, ведь все может измениться. Думаю, Марк, тебе надо перестать задавать вопросы. Просто делай свою работу. Извини. Господа, игра окончена. Стрелять. Хватит. Да что с тобой? Я мог тебя пристрелить. Кто он такой? Что он делает? Мне нужно в больницу. Я не знал, что это ты. Я хороший полицейский. Да. Тебе нужно было учиться на стоматолога. Что он делает? Давай-ка лучше его уберем. Давай. Он был хорошим человеком. Напарником моего отца. Прости, Марк. Да. Марк! Марк! Погоди минуту. Ты не должен был. Что? Ты не должен был уйти отсюда живым. А я ухожу. Марк. Делай свою работу. Черт.
Приехал ваш внук. Спасибо, милая. Как она? При вас намного вежливее. Я все слышу. Иди сюда, Марк. Привет, бабушка. Прекрасно выглядишь. Это потому, что я умираю. Перестань. Я сейчас немножко запутался, ты должна мне помочь. Я сделал много такого, чем был бы недоволен отец. Я хочу тебя спросить. Я давно жду, когда ты спросишь. Каким человеком был папа? Хорошим полицейским. Твой отец был хорошим полицейским, Марк. Тогда почему его убили? Ответ прост, Марк. Он был такой, как ты. Ты ведь тоже сделал что-то, чем не можешь гордиться. Твой отец не был святым, но он был честным человеком. Он отказался работать с ними. Не захотел. Но было уже поздно. Твой отец защищал невинных. Ему заткнули рот. Молчальник. Выпьешь лимонада? Сегодня приезжала Мелисса с Дэнни. Она сказала, что ты больше не живешь с ними. Это правда? Она не была счастлива со мной. Вы должны быть вместе. Она любит тебя. Любит. Нет, нет. Ты не понимаешь. Она любит тебя. Жизнь слишком коротка, Марк. Послушай меня. Это ведь так важно. Вернись к ней. Хорошо. Только сначала нужно кое-что сделать. Какого черта? Идемте, мистер Майлз, быстро. Thank you.
Ты меня слышишь? Вот, слышу, но очень плохо. Всех наших перестреляли. Ты меня слышишь? Встретимся в аэропорту? Нет, садись на шоссе. Что, на шоссе? Это невозможно. Садись. Немедленно. Но это невозможно. Немедленно. Слышишь? Крыши даже лучше. С дороги! Выше, выше давай!
отправишься следом за ним. Понял? Привет. Как дела, дружище? Хорошо. Ну, пока развлекайтесь. Сплю ненадолго. Хорошо. Подожди. А ты разве не с нами? Можно? А как же ресторан? Ненавижу рыбу. Она ненавидит рыбу.